И снова здравствуйте! Песня 21 в эфире. Друзья, мы надеемся, что вы нас видите, слышите. Если это так, просигнализируйте. Да. Женя? Гена Александров. Гена Александров, привет. Гена Александров с нами уже в эфире. Я вижу еще кого-то. Надя Лисак. Лисак. Или Люсак. Это мы выучим. Привет, Надя. Привет, Гена. Здравствуйте, уважаемые зрители замечательной планеты под названием Земля. Начинаем нашу песню. Песня 21 – это такая история. Олег... Плохо вижу. В общем, Олег. Олег Локтев, Катерина Мельник. Здорово. Привет. Денис Михайлин. Значит, у нас такая программа, в которой я решил спеть все свои песни. Вот каждую программу, каждую... Выход, я исполняю одну единственную песню, чтобы никогда она не, больше не повторится. Когда вот спою все, тогда будет одно, буду перед фактом поставлен либо заканчивать программу 21, либо писать новых песен. Вот, Конек Игорь, вижу. Ольга Хорак. Вот. Сегодня я исполню песню «Весна», как вы уже поняли по анонсу. Так и называется «Весна». Она была написана где-то еще до 2000 года. И она вошла в альбом под названием «Полетела звезда», спонсорами которого явились Михальчики, Марина и Маша Михальчики. Если они нас слышат, то им большой намек и привет. Мария Горбач, Пермь с нами, вижу. Мариш, Маша, привет. Катерина Мельник. Катерина Мельник, отдельно, она и так вся, да? Катерина дважды вышла. Здорово. Украина, витая. Витая, Тэш. Вот. Сегодня, да, несмотря вот на то, что вот такое замечательное настроение, все равно чуть-чуть я проснулся с таким... Сегодня же исторический день, исполняю эту песню. Этот момент никогда не повторится. Вот. Кроме того, что я спою сегодня эту песню, этот момент останется в истории. В истории останется еще одно не очень приятное событие. Я вот сегодня по интернету смотрел, заседание ООН, или как это называется, и немножко обтекал. Потому что вот лысый, неприятный, хамоватый человек представлял меня, представлял на весь мир. И это от моего имени 8 раз он наложил вето на то, чтобы не расследовать химические атаки в Сирии. Против мирного населения. Это ужас. Это вот как бы получается, что я это сделал. Мне хотелось кричать туда в интернет. Ребята, русский, это я вот такой. Не вот тот противный лысый, который сейчас вот хамит там в ООН. А это я, понимаете, Михаил Новицкий. Это вот где-то Юра Шевчук, где-то... мы другие, мы не такие. Вот. И не надо нас так представлять. И поэтому я, собственно, об этом так говорю. А так, вообще, здорово все. У нас... Начинается уже скоро белые ночи. Солнце зашло сегодня в 8 часов. Такого даже на Пуэрто-Рико не бывает. Там у них заходит в 6 часов. А у нас еще позднее будет заходить. И в 10 часов вечера будет. Появилось, потеплело на улицах. Выросли. Появились первые мать и мачеха цветы. Появились Владимир Гнедько и Максим Краснюк. И было бы так... Привет, привет, Максим, привет, Владимир. Было бы так все здорово. Столько капрона появилось, ножек в капронах, это так называется, на улице, что просто глаза разбегаются. В смысле, как у художника, естественно. Правильно? Я думаю, что все мужчины сейчас стали художниками. Все, хватит болтать, я начинаю петь песню про весну. А, она начинается так, издалека, как бы... как называется, предисловие. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла, мечты носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печально сидела, а нынче посмотри в окно. И ты смотри, смотри в окно. Да ты смотри в окно. Без
весна, весна, и теперь мы все будем влюбляться. Весна, весна, хватит распускаться, щипаться. Как много красивых женщин, откуда их так много, это весна. Где ж ты бродишь, моя недодорога? Послушай, весна, весна, мы ждали так долго, и вот оно, вот, к нам с юга косяк возвращается, и снег под забором позорно гниет, и кот соловьем заливается, потому что весна, весна, и теперь мы все будем влюбляться. Весна, весна, хватит драться, кусаться, щипаться, как много красивых женщин, откуда их так много, это весна. Где ж ты бродишь, моя недодорога? Послушай, весна, весна, а мужи, как птицы, летят и летят, летят и летят, и пуляются, и раки взлетели на горы, свистят, навозом поля удобряются, потому что весна, весна, и теперь мы все будем влюбляться. Весна, весна, хватит драться, кусаться, щипаться, как много красивых женщин, откуда их так много, это весна. Я друзей позову на подмогу. Ребята, весна, весна. Вот такая песня под названием «Весна». Вот. Еще раз приближаем эти теплые дни. Желаем всем хорошей весны. Олеся Гречуха, Виктор Довбышев, Ольга Вершинина, Марина Рязанцева, Диана Рекинская. Рязанцева не спят. Свет Светкин, привет из Лондона. Ух ты! Привет! Привет! Ну, чего хотела сказать? Начинается весна, начинается лето, вот-вот начнется. Желаем действительно всем хорошего этого и лета, и весны. Вот. Еще напоминаю, что не надо меня в ООН представлять как лысого придурка. Пускай все-таки вот тот хам, который хамит, там вон заткнется. Потому что у нас здесь есть и нормальные люди в России. Вот Россия, это я, это Миша Барзыкин. И я. Это Маша Горбач, это Александр Заславский, это Юра Шевчук. Вот мы есть Россия. А вот тот, кто от нашего имени хамит в ООН, это не Россия. Это так, просто тьмо. Да, такое слово. Лексикон. Я на лексиконе его говорю. Чрезвычайно милый объект. Да, чрезвычайно милый объект. Что хотел сказать? Что, значит, 1 мая в Сахарнице, это в Москве, так, ну, так любовно называется место, центр Сахарова, у меня будет, очевидно, концерт в рамках программы... Фестиваля «Муза непокорных». Вот.
Каждый год в Москве проводится фестиваль «Муза не покорна». 1 числа. Там до 5 песни, связаны с гражданской позицией, с экологией, много с чем. Про подлость, про доброту. А где же вы 2 числа будете? А 2 числа, уважаемая Елена Пинчук, вот, я буду находиться на улице Хохловской. Тоже в Москве. Тоже в Москве. Переулок. Переулок Хохловский, да. И это называется гиперион. Гипер – это сверхион. Знаете, ион есть, ионизация. Вот. Гиперионом буду. Это вот такой клуб. Библиотека? Нет, клуб. Книжный клуб. Клуб, книжный магазин. Магазин, да, сцена, там все нормально, там интеллигентная история. Вот знаете, не люблю, когда столики, там какие-то кафешки, типа звенят рюмками, болтают. А вот когда вот хороший клуб, вот этот интеллигентный клуб, как похож по мне. И вот 2 мая я буду... Наберу все свои... 19 часов. Все, в 19 часов я наберу, соберу в кучу все свои песни о любви и буду петь для любимых москвичей. Петербуржцы, не ревнуйте, потому что у меня есть любимые москвичи тоже. Вот, и не только... И даже есть любимые киевляне, любимые вашингтонцы, любимые пермяки и любимые лондонцы. В общем, кого только нет. Итальянцы. Итальянцы, алматинцы. Да ты любви обильный, да, Михаил. Поэтому, но в данном случае 2 мая буду именно в Москве, в этом клубе Гиперион. Гиперион, да. В ближайшее время, буквально завтра, на Лиговском 81 будет электрический концерт, тоже с концерта по заявкам такой. О любви там будет много, ну, всяких песен будет. Вот именно электрический полноценный концерт. И со своей командой молодых талантов, со своей студией театральной, значит, 14 числа мы показываем спектакль «Маленький принц» в библиотеке номер 1 Типанова. 29. 19 числа мы показываем спектакль «Маленький принц» на Фонтанке. 30, в доме детского творчества. В доме детского творчества. Фонтанка 32. И все. Ну, еще далеко еще... будет наш Висбор 20 июня. Потом мы об этом объявим. Вот. Безумно рады для вас жить, творить. Спасибо за поддержку. Ну и, наверное, в следующую среду нас ждите. Да, скорее всего, в следующую среду мы выйдем с песни 21 и с следующей серии «Приключения Сталея в городе». С вами был Михаил Новицкий, Елена Пинчук. Город Санкт-Петербург, Россия, планета Земля, Солнечная система, в общем, наша галактика. Пока. Делитесь с друзьями, кстати говоря.